So we just slide it up, and now we got a nice little shadow, okay, that kind of follows along with what he's doing. Okay, pretty cool. If you blur it out slightly before you pull the key, it'll make for a much smoother edge. So already you kind of see the reflection of the window, right? By setting the glow on an adjustment layer, when we brighten it up, it'll cover over the tops of all the layers, which is a very, very cool effect that kind of makes it seem like the fire is coming around them. And we're going to change the transfer mode here to overlay. But I definitely want to try to give it more of a third dimension. Okay, so you're thinking to yourself, well, this looks pretty good, but, you know, I didn't pay good money for a tutorial to show me how to draw an outline of a muzzle fire. So I'm going to hit apply. Tracking data has applied itself. Привет, с вами снова Эндрю Крэмер. Здесь у нас отснятый материал. Это молодой человек напротив зеленого экрана, а это MP3-5, то, чем вы интересуетесь. Это оружие сделано из очень качественной пластмассы, и оно очень опасно. Я могу вам это показать. Первое, что мы сделаем, это возьмем этот отснятый материал и сделаем новый монтаж. Я должен подчеркнуть, что вообще-то это мой хороший друг Сэм Лоя, который очень помог мне во время подготовки всех этих DVD-уроков. И я просто хотел поблагодарить его за помощь во время работы. Вы посмотрите на его лицо. Следующее, что мы сделаем, это сгладим края. Нажмем на эффект, выберем Keying и Keylight. Это панель, которую мы будем использовать для достижения отличного матового оттенка. Первое, что мы сделаем, это выберем зеленый цвет. Если я начну нажимать на этот слайд, то вы уже увидите изменения. Процесс начался. Давайте пропустим эти несколько кнопок настроек. Вначале мне хотелось бы использовать вот эту настройку, Screen Pre-Blur. Прежде всего, она растушевывает края. Таким образом, если мы нажмем на Screen Map и разделим Viewing Options и поиграем с ней, то вы увидите, что края стираются. Лучше всего, когда вы работаете с отснятым материалом, края должны быть идеальными, с правильными цветами и тенями. Если вы растушуете до основной работы, у вас будет намного ровнее и гладко переходящие края, и выглядеть будет здорово. Затем я воспользуюсь Screen Matte. У нас тут несколько вариантов настроек, которые бы мне хотелось использовать. Давайте изменим немного картинку. Это у нас черно-белое изображение, которое позволяет увидеть нам, что с контуром у нас все в порядке. Вместо черного цвета у нас здесь зеленый, над которым нам надо поработать. Итак, кнопка Clip Black в основном предназначена для корректировки черного цвета, а на белом у нас присутствует серый, и мне бы хотелось убрать это. Давайте поставим 35, а здесь, допустим, 75.
Если вернуться к результату и увеличим здесь, вы увидите, что у нас тут достаточно идеальные края. Но продолжим двигаться дальше. Сейчас нам нужно всего лишь привести в порядок эффект перехода краев. Я уменьшу до 5 пикселей. Это просто, чтобы проверить, что у нас нет неправильных переходов. K-Lite вообще-то очень сильная вещь и позволяет судить автоматически о многом. Если мы обратимся к настройке, то мы можем изменить средний результат, в основном оттенок зеленого на заднем плане. То, что позволяет нам сделать K-Lite, если вернуться к начальному результату, так это изменить зеленый цвет в более натуральный оттенок цвета, который вы выберете и который придает более реалистический вид, что получается очень неплохо. Но, так как мы работаем со снятым материалом, необходимо преодолеть кое-какие недоработки. Мы должны переключить Replace Method на Hard Color. Это в основном позволяет лишь немного смешать зеленый цвет. Я также собираюсь изменить этот цвет на темно-зеленый. Делаю я это для того, чтобы быть немного ближе к естественному зеленому этого кадра. Из-за низкого качества отснятого материала присутствует искусственный зеленый цвет. Таким образом, чем ближе вы приближаетесь к естественному зеленому цвету, тем меньше искусственным будет выглядеть кадр, а правильно подобранный оттенок поможет улучшить качество. Следующий шаг – это работа над задним планом. Я возьму вот этот снимок для заднего плана, в котором присутствует зеленый оттенок. Итак, вернемся и поставим этот снимок на задний план. Теперь я перемещу наш снимок вниз и сравняю под предыдущий кадр. А приближая с помощью мышки, мы можем увидеть, что это большой снимок, где-то 8 мегапикселей. Давайте уменьшим ее размеры, а здесь увеличим. Ну, примерно вот так. Или, может, чуть даже побольше. Теперь мы работаем с более лучшим материалом. Если бы работали с черезстрочным изображением, у нас, возможно, было большее количество неестественных контуров. А решением этой проблемы – это Matte Choker. И у нас получается отличный эффект зеленого цвета. Это позволило сгладить неровности контура. Давайте изменим Choke Matte, ну, к примеру, до 0.75. Или лучше до 1.5. Отлично. Вы заметите небольшое ухудшение, в зависимости от того, буду ли я включать или выключать эту функцию, но она отлично исправляет. К примеру, 1. Итак, следующее, что нужно сделать, это изменить наш поверхностный снимок с задним планом. Вы видите, что наш задний план зеленоватый, а наш герой, он ведь в студии напротив зеленого плана, и сейчас нам нужно приблизить оттенок этих двух снимков. Соответственно, я обращаюсь к кнопке «Эффект», «Color Correction», затем вниз, к «Levels». Я собираюсь проанализировать для вас несколько моментов. Вы заметили, что тень впереди черная, но сзади у нас оттеняется серым, а на заднем плане зеленоватый оттенок. Сейчас мы это исправим. Нажимаем на кнопку Red и попытаюсь немного сменить оттенок черного. Вы заметили, что оттенок стал зеленоватым в области тени, и снимок все еще не идеален. Поэтому мы переходим к Blue. И теперь мы можем заметить, что цвет заднего плана стал желтоватым. Поэтому мы увеличим этот кусочек снимка и изменим Blue Output White. И вы, если немного подвинете курсор влево, то заметите, что оттенки начинают совпадать. Кстати, этот снимок рассчитан на большой экран. Мы откорректировали все недочеты пикселей. Теперь вы видите, как получилось.